Друзья, мы запустили портал рыбалка-с-гидом.ру. Главная задача портала – помочь найти рыбакам, гидов в любой точке России и за ее пределами. Проект новый и сейчас активно развивается. Каждый день на портале появляются новые гиды. Они оставляют свои анкеты и пишут отчеты со своих рыбалок. А вы, в свою очередь, можете оставлять отзывы о гидах, с которыми побывали на рыбалке. Да, и если вы знаете толковых гидов, обязательно расскажите им про наш портал. Пусть и у других рыбаков появится возможность рыбачить с настоящими профессионалами. Привет, друзья! Вы смотрите передачу «Рыбий жир». Меня зовут Роман Байков, и я ее ведущий. В этой передаче мы отправимся на Иваньковское водохранилище, которое уже в какой-то степени стало нашим таким родным ближайшим водоемом к Москве. Ловить будем в компании с Алексеем. Основной упор мы сделаем на ловлю судака. Попробуем, может быть, окуни, щуку, но в первую очередь Иваньковское водохранилище славится судаком. Есть желание поймать трофейного судака, но не меньшее желание поймать судака в таком количестве, может быть, там, килограмм-полтора по размерам. Но очень хочется почувствовать вот эти поклевки. Ну что, добрались? Иваньковское водохранилище. Леха уже ждет нас в катере. Мы сейчас выходим, время 4 часа дня. То есть на самую такую вечернюю рыбалку. Хотя на Иваньковке судак все-таки, вот по моему опыту, лучше клюет именно утром. Не ранним утром, а где-то в промежуток там 8-11 часов. Вот, ну, как приехали. Палочку я хоть наконец-то обловлю в конце того сезона. Взял 802-й Zetrix до 32 грамм. Вот, по сути, он прям под Иваньковку самое то, что нужно. Ездили с ним на рыбинку. Но на рыбинке я даже поклевки не увидел. И все, и зима, и не выбирался. Такая палка лежит необрыбленная. Все, побежали, а то Леха заждался. Здорово, Леха! Здорово, Ром! Я опять, как всегда, капуша. Уже все готово, ждешь. Ничего страшного. Ну ладно, ну ты же супер гид. Мы сейчас 2 часа и это, и 20 рыб. Ты даже со своими снастями. А, у тебя же это. Леха, это супер гид по Иваньковскому водохранилищу. Хотя, я как понял, Лех, не только водохранилище Иваньковское же, да? Ну да, можно на Вазузе, на Удомле. На Удомле? Да, но в зимние. Период. Но в основном сейчас лето все я провожу на Иваньковском водохранилище. Какой основной объект рыбы? Берш, судак и окунь. Щука бывает разных размеров, бывает крупная, но все это в приоле. Ну что, погнали? Да. Клыкастые! У тебя точек тут, а? Точек много. Я провел на этом водохранилище почти 4 сезона. Я так понимаю, на этом катере, Лех, можно и там 3 клиента брать на борт? Да, но не больше, чтобы было комфортно. Когда я беру, ну, 3 клиентов, я сам не рыбачу. Но я все равно стараюсь помогать клиентам во время рыбалки. Ну вот, Ром, мы пришли на одну из точек. Точка себе представляет бугор. Он весь в ракушке. Жесткий, да? Жесткий, очень жесткий. А выход с глубины? Да, большие глубины. Сюда выходит часто крупная рыба. Ну, давай какая попробуем. Самая крупная здесь была? 4,5 килограмма щука, 3 килограмма судак. Нормально. То есть она такая универсальная точка. Да, да, да. А вообще, кстати, по последним годам щука часто начала выходить на глубину. Да, на глубинные бугры. Очень часто бывают такие поимки рыбы были. В том году, по крайней мере, было 4 или 5 рыб поймано свыше 5 килограмм щук на глубинных буграх. Вообще, это редкость для Иваньковки, но вот в последнее время почему-то она стала попадаться. Ну что, будем пробовать? Да.
Есть. Дершанский. Со дна поднял. А, не, окунь. Мультиточка. Мультиточка. Не, я просто решил начать с небольшой приманки. Это Кейтэдж 2.8 в размере фетовский. Окушок. А, первая рыба. Погода, солнышко. Первый заброс, первая рыба. Рыба. Прям на верхушке бугра. Скорее всего, это тоже окушок. Ну, либо, может быть, это небольшой бершик. Да, бершик. Ну вот. Не страшно же, первая рыба. С первого заброса, дальше вторая. Смотрите, какие гиганты, а? Красавчик. Яркий какой цвет работает у вас, Роман. Да, а вы натуралочку, да? Ну, правильно, всегда находитесь в лодке два человека. Пробуйте. Один там, например, натуральные цвета, другой какие-то раздражители. Так гораздо быстрее можно подобрать ключик к рыбе. Есть. Покрупнее уже. Нащупал прям, по самому гребню вел. И оба-на! Смотри, какое окунище. Вот вообще вам класс, судаки, а? И щуки. А оказался окунь. Бэмч. Ну что, не будем окуня ловить, пойдем? Пойдем поищем судака. Ну а так, вот, пожалуйста, первая точка. 5 забросов, 3 рыбы. Все, двинемся дальше. Вот настоящий гид. Сам не ловит, все для клиентов, да, Лех? Ну, бывает, приходится и самому ловить, когда клиенты не могут поймать, а рыба есть. Мне кажется, вот правильно, когда человек только начинает, привезти его на точку, где максимальная концентрация рыбы, пусть она не большая, не трофейная. Не крупная, но много поклевок, чтобы заразить человека, я считаю. А второй момент именно понять механику. Механику поклевки. Поклевки, проводку надо помочь. Подсечка. Да. Сейчас мы непосредственно джигом ловим. Ну, собственно, джиг – это, по сути, основной способ в охоте за судаком на Иваньковском водохранилище. Решили пройти, проверить другие места, посмотреть в эхолот наличие рыбы. Не смогли удержаться. Прямо один из бугров. Четко видно, что на нем стоит неплохая стайка окуня. Сейчас хотим попробовать по несколько штук поймать. Ну, вот он, бугор. Ну, окунь. Есть! Дуплет. Одновременно, класс! Вот насколько же приятно. Прошел, увидел рыбу, встал под нее и тут же поймал. Ну, когда особенно еще знаешь, что эти пупки, где он обычно выходит. О, ну ваш окунь как бы вне конкуренции. Блин, ну классно. Ах, всю зиму ждали этого. А, лодочный сезон, лето. Не, погода прекрасная сегодня. Ну что? Ну что, еще по одному? Давай, еще по парочке и пойдем искать да, судака. Да, да, пойдем искать судака. Вот он. Есть? Ну, он прижал. Прижал, да. Без поклевки. Есть. О. Со дна. Дал полежать? Ну, я не давал, ну, как бы секунду, может быть. Но он заживал. Заживал со дна. Ну, у тебя же съедобная резина. Съедобная резина, да. Бум! Ушел. По окуню съедобка хорошо работает. Он любит со дна ее заживать, как бы догнать, распробовать. Пойдем. Что, поймали по несколько окуней? Да, давай перейдем. Убедились, что мы увидели именно окуня, да. Что он есть, что он клюет. Увидели, поймали. Но... Не, ну а для чего еще нужна современная рыбопоисковая техника? Она должна облегчать рыбового поиск рыбы. Ну что, уходим?
Не, есть смысл здесь покрутиться. Смотри, лодок здесь не... А, не, ну вон там стоит, ну вдалеке. Леха, скрытный егерь. А, он боится конкуренции. Я просто с этого года тоже буду работать гидом на Иваньковском водохранилище. Если хотите, приезжайте. Кстати, мы запустили новый офигенный портал. Называется рыбалка с гидом.рф. Вся фишка портала, то что вы можете туда зайти и найти любого гида. По поплавочной ловле, по фидеру, по донке, по карповой ловле, нахлосту, спиннингу, что угодно. И гиды на сайте, начиная от лодочных, таких как Леха, на здоровых современных катерах, напичканные электроникой, так и обычные гиды, которые могут вам устроить рыбалку с берега. Очень круто. Представляете, вы поехали в командировку вечером, закончили работу в чужом городе, не знаете, чем заняться. Можно пойти в бар, так сказать, проесть какую-то сумму денег. Можно зайти на сайт, например, по карте, найти рядом гида, который устроит вам вечернюю рыбалку, даст снасти и все необходимое, и вы получите офигенное удовольствие. А? Крутая тема, заходите, смотрите. Роман, Лехины контакты, также мы оставлю ссылочку на сайт, где сможете найти. Вот. Хорошая. Чистый, слушай, сюда, раз, два, три. Прям вот это мне нравится. Обалдеть! Это рыбина! Ну вот. Это трофей! Аккуратно. Тихо, 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 куда она идет? Аккуратно. Обалдеть, ребята! Держи, держи, Рома. Вот это паровоз! Аккуратно. Офигеть! Леха! Тихо, тихо, Роман. Не торопись. С ударом? Со дна, нет, никакого удара. Блин, ну как бы я не забагрил. Может быть, но у меня забывает, что у тебя тонкий шнурок. Ну, фрикцион настроен, все четко. Вообще не пойму, что это такое. Наверх идет. Неужели забагрил, а? Тихо, 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 тихо. Что-то такое, не маленькое все равно. Блин, только бы не забагрил, а? Может, может. Фуф. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ах, забагрил. Ну, рыба-то неплохая. Ну, такой, фуф, да. Вот это я хапнул адреналинчику. Не разбился. Какой черный. Ох, красавчик. Ну это было реально вообще что-то. Знаешь, такая непоклевка, как задев, хоп, и как дал в сторону. Очень круто. Есть. Такая поклевка нормальная. Да, вот, вот, ух, вот. Ух, рыба хорошая. Давай, давай. Выматывай, Ром. Ну, да не, нормально, я, наверное, подниму. Ну, да, у флюр 0,5. Такой, мне кажется, за кило. Хотя... Ну, да, давай. Я возьму. За флюр бери прям, раз его. Да, в этом. Зачет. Он заглотил как. Приманку бы не это, не разодрать. Его попробовать поаккуратнее. Нет, я боюсь, Ром. Да, жабры. Ну, давай положим пока. Все хорошо жить будет. Рвение к жизни у него, будь здоров. Такая оснастка сегодня в фаворите. На самом деле, по опыту, на Иваньке самый ходовой грузик, 22 грамма и вот небольшая приманка. Но вот к июлю он уже будет кушать все-таки приманки побольше. Такие тоже будут работать. И вот здесь история, это джиг-головка от джиги. Они идут развернутые ушки и в комплекте уже с карабинчиком.
Во-первых, удобно быстро менять приманку, то есть когда разборный... Более шарнирная такая получается, да, игра. То есть момент именно, игра шарнирная, да? И когда ты меняешь приманку, когда тебе вес груза не нужно менять, очень удобно. Леха, а у тебя самый крупный трофей какой на Иваньковке? Щука около 6, судак около 5. У меня пока судак за четверку не то что здесь, вообще нигде не может перевалиться. С щуками все гораздо интереснее, а вот с судаком пока не получается. Но я уверен, в этом сезоне я тут хотя бы пятерку свою я возьму на Иваньковке. Поклевка! Тихо, тихо, сом! Да какой это сом? Сом. Да не сом, это судак прям, жесткий удар. Тихо. Да ладно, не переживай, судак, ну ты че? Ну подводи, сом. Я помогу. Не ослабляй. А, он придавил прям. А вот этот уже... Самое оно! Да. Кило 300, наверное. Леха, ну вот этот удар, это именно фишка, когда ты подводишь борту лодки на коротком шнуре в отвес. И он меня реально чуть спиннинг из рук не выбил. Ах ты, молодчинка ты моя. Самый порционный. Трофеев надо отпускать, а вот таких можно и съесть. Прям аж поцеловать хочется. Палочка звонкая оказалась, прям вообще все поклевочки, начиная от мелких окуней, заканчивая вот эти прям. А ты ловил на что сейчас? На саламуру? На саламуру, на рапу. А, вообще ловил сейчас на параон, смотри. Зеленый параон тоже. Очень актуальная тема. Не, параон это тема. Не, параон очень рабочий тема. Ага. А Кейтыч вообще огонь! Он мне зубы заговаривает просто. Ну ладно, такого. Не, ну сам факт, понимаешь, как бы. Четкая поклевка, четко в пасти. Все съел, все заглотил. Без слов нет. Ездите на рыбалку к Лехе. Он на точке выставляет правильно, рыбу вашу не ловит. Рыба. Хорошая? Да. Леш, ты посмотри, как тянет. Обалдеть. И так же, Роман, как у тебя под лодкой. Пацак? Да, мне кажется. Эх, только начал привязывать. Вот. Сошла. Семен Семенович. Ребята, ну я хочу сказать, рыба была настолько сильна, что... Застежку разогнула. А? Ты видишь? Да, я вижу. Вот есть вещь такая, называется фрикцион. Согласен. Обалдеть. То есть, что мы там говорили про пятерки? Ну да, все рядом, все здесь. Эх. Леха. Ты издеваешься, дядя гид? Дядя гид, ну-ка можно попроще? Подсачник? Да нет, мне кажется, такой под кило. Помочь? Да нет. Ну, вот та рыбина была значительно. Хороший трофей. Нормальный. Вот. Это вот начался вечерний выход. Роман, давай я тебе вам подсоблю. Я справлюсь, Лех. Ну, за этот узелок раз прям удобно.
Слушай, прям и жрет-то как. А? Ну, такой. Ну что, дозаправимся, поехали. Давай. Что, тебе помочь? Да нет. А-а-а. У меня есть волшебная штучка. Та самая. Ну да. Ребят, мы недавно снимали тест-драйв, обзор помп, насосов для перекачки топлива. Держи ее. И, собственно, остановились на модельке. Это Smart Power 810. У нас было 4 на тесте, но вот эта моделька, на наш взгляд, оказалась самая правильная. Сейчас я покажу, как она работает. Ну, вот вставляю в канистру таких швангов, включаю. Все, заправка начата. Очень удобная вещь, волна не волна, не нужно стоять с канистрой, все это проливать в воду. Во-первых, это не экологично, а во-вторых, вы теряете просто бензин. Ну, вот это такая средненькая модель, на самом деле. Вот. Мне очень она понравилась, что длинная у нее палка, на которой установлен, крыльчатка, на которой установлена. Очень удобно. То есть она подходит даже под высокие советские канистры металлические. Ну, вот все стекло. Ага, есть. О, нормальный. Вот это хорош, слышишь? Три удара. А он зажжет, надо дать. Вот паузу прям можно не поднимать. Ух ты, Леха! Крутой окунь. Такой он, конечно, прогонистый. Нет, этот неупитанный. Ух ты ж! Вообще на... Тихо, тихо, ты можешь и щука. А может и... И судак может быть, а может и жерик. Да он на дно не упал прям, поклевка, и в сторону идет. Не, я тебе говорю, у меня... Не, окунь хороший. Ты его сразу только сюда, Ромку, переварил, чтобы меньше эти аборигены везти. Жерик! Жерик! Ха-ха-ха-ха! На падении! Обалдеть! Вот так вот. На Иваньках и жерик бывает. Джиговый. Не крупный, правда, конечно. Да все равно кайф. Какая селедочка. Здесь такая разная рыба. И взял. Еще наверх идешь. Не крупный судачок. Поднялся одна. Здесь уже такой более глубоководный бугор. Не вот на дне. Но четко привязка к жесткому дну. Очень круто. Прям закаты на Волге, они всегда такие прям красивые.
Друзья, солнышко садится, поэтому мы будем заканчивать эту передачу. Я надеюсь, она вам понравилась. Вот. Если захотите отправиться на рыбалку с гидом Алексеем, в описании будет ссылочка на его анкету. Заходите на сайт, регистрируйтесь на сайте и увидите все контакты. Роман, ну тебе понравилось? Блин, ну а мне очень понравилось. Ну реально, рыбалка получилась. Мы с 4 до 10 вечера порыбачили и поймали очень много рыбы. То есть был судак, окунь. За бершом мы даже не охотились, так, хотя в прилове несколько штук было. Вот. Конечно, трофей. Леха подержал трофей. Не достали его. Но так или иначе, рыбалка удалась, я считаю, на все 100. Так что, друзья, захотите получить такие же эмоции, половить рыбы, приезжайте. Всего 130 километров от Москвы. Иваньковское водохранилище. 2 часа езды на машине, и вы здесь, в этой сказке. Поистине сказке. А волжские закаты. Вы посмотрите, какая красота. Рыба все лето ловится у нас здесь очень хорошо. День лучше, день хуже, но всегда с уловом. Какую-то рыбу всегда можно поймать. Можно ловить герша, окуня. Приезжайте, я вас жду. О, сом, давай. Нет. Ладно, друзья, на этой замечательной поклевке мы и будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!